Пятнистый попугай – самая распространенная и популярная разновидность домашнего питомца. Он отличается небольшими размерами и, как следствие, требует не очень крупную клетку, занимая в комнате мало места. Другим преимуществом такого питомца являются незначительные затраты на его покупку и содержание. Родина волнистых попугаев – Австралия. Впервые их вывезли из Австралии в 1840 году. После этого начался массовый отлов этих удивительных птиц. И правительство Австралии запретило вывозить этих птиц, волнистых попугайчиков, за пределы Австралии. Вообще это стайные птички, они живут большими стаями, как у нас воробьи. В природе волнистые попугаи все зеленого цвета. И все вот эти цветные вариации, которые мы наблюдаем сейчас, это все выведено человека. При правильном уходе, использовании качественных полноценных кормов, возможности размять крылышки, такой питомец будет радовать вас долгие годы. В домашних условиях он проживет 10-15 лет. Самцы отличаются от самок восковой роговицей. У самцов восковая роговица синего цвета, голубого, а у самочек кремового или коричневого цвета. Волнистый попугай может жить и один совершенно, да, в клеточке. Ему не обязательно пару иметь. Многие содержат волнистых попугаев дома, потому что они очень общительные, и его можно научить разговаривать. Но волнистого попугая можно научить разговаривать только если он взят в маленьком возрасте, очень молодая птица это, да, и у него нет общения с другими птицами, не только с попугаями, но и вообще. И в клеточке не должно быть зеркала, да, потому что попугай, видя свое отражение, думает, что это другая птица, общается сам с собой. Хороший корм, чистка клетки, удачное освещение, отсутствие холода и духоты – вот главные правила ухода за этой птицей. Основной корм – это проса. Оно должно составлять почти половину рациона волнистых попугайчиков. Проса, овес и семечки подсолнуха. Но кроме этого, питание у него должно быть разнообразным, чтобы птица хорошо себя чувствовала, была активной, веселой и радовала вас. Нужно давать ей вареные яйца, крутые каши, рассыпчатые каши. В основном это пшенная каша, пшенную кашу мы кормим. Кроме этого, фрукты, овощи. Для волнистых попугаев имеет большое значение продолжительность светового дня, который должен составлять 12-14 часов в сутки летом и 10-12 часов зимой. В короткие дни осени и зимы лучше включать электрическое освещение. Клеточки должны быть специальные палочки, веточки, об которые мог бы попугай точить свой клюв, потому что клюв у него очень быстро растет. Его нужно ему скачать. Если ребенок хочет, чтобы дома была эта птичка, соглашайтесь, значительных проблем у вас не возникнет.